эмоциональность это вообще общая черта всех женщин. С ней нужно работать, ее нужно культивировать, ее нужно облагораживать, чтобы это была управляемая энергия, которая проявляется тогда только, когда она нужна, когда она адекватна. А над этим работают все женщины, абсолютно. А когда женщина сформировалась, когда у нее есть семья и дети, когда ее тыл, ее быт закрыт, эти вещи формируются сами. Когда женщина одна, ее переполняют эмоции, как еще нереализованность сексуального аспекта. Это тоже на нее сейчас влияет, это тоже частично причина этого. Когда она найдет себе любимого мужчину, постоянного партнера в жизни, то этот вопрос в большей части будет урегулирован, поскольку у нее сейчас нет еще и баланса энергии. Трансформировать эмоциональную сексуальную энергию она еще полноценно не умеет. И поэтому, когда энергия собирается, она идет всплесками, а всплески еще опасны тем, что они сильно обесточивают, особенно когда эти всплески они не целенаправлены и не предназначены для выполнения какой-либо работы, а просто реакция на окружающий мир, то есть ни к чему не приводит. С другой стороны, позитивные эмоции человек обычно не обесточивает, поскольку когда берется энергия с одного источника и заряжается, восстанавливается оболочка. Есть вещи, которые женщина учит в детстве, девочка учит в детстве, и с помощью которого она воспитывает себя в зрелом возрасте уже стабильной. То есть ей это в детстве было недостаточно дано, недостаточно было культивировано. Так связано и с отцом, и с матерью. И нужно самой сейчас над собой работать, чтобы достигнуть такого потенциала внутреннего и качества, чтобы появилась возможность осознанно этим управлять. Как я уже сказал, это связано и с противоположным полом, это еще связано с не до конца устроенным бытом, то есть семейной обстановкой, где она могла бы частично самореализовываться, с невозможностью свою энергию реализовать в нужном направлении, чтобы получить адекватный результат. То есть она сейчас не занята какими важными делами была пока, то есть ее энергия не имела вектора. Энергия, не имеющая вектора, как правило, приводит к эмоциональным всплескам и эмоциональной нестабильности. Культивировать этот баланс можно, просто работая в обществе, в какой-то системе, в которой требуется собранность. Когда человек почти ничего не делает, касающийся себя и окружающего мира, то есть он как перелетная бумажка, перелетный листик, и каждый сильный поток несет его в неопределенную сторону. Эти вещи нужно нарабатывать, и база для наработки у нее есть. Но это нужно делать последовательно, целенаправленно. И со временем она сможет это построить как домик. То есть одной базы недостаточно, нужно еще намерение и понимание. А чтобы довести это до конца, нужно будет в будущем ей осмысленно построить семью. Ну, построить семью не как она в прошлый раз была, это более уже глубоко подходить к этому вопросу. Выбирать себе партнера, который и нравственный, и духовный, и по увлечениям, по образу мышления, и очень подходит. То есть мужчину, за которым она могла быть защищена, как за стеной, и с другой стороны, который будет удовлетворять его нравственному, сексуальному и морально-этическому миру. То есть мужчина должен наполнять его внутренний мир за счет общения. А для нее, как для личности и сущности, это важнее, чем для среднестатистической женщины. Просто перебирать в этом плане мужчин нельзя. Нужно очень узко, очень целенаправленно над этим работать. Как только в ней созреет определенные качества, определенное настроение и определенное отношение к противоположному полу, такая возможность станет более явным. Есть некоторые вещи, которые я мог бы сказать только лично, скажу тогда, когда придет время, но очень много сейчас зависит от ее личной работы, от формирования внутреннего мира. Когда это доведет до определенной нормы, она станет немного по-другому одеваться, возможно, изменит прическу и изменится что-то вроде ее имиджа, ее харизмы. И тогда возможность притянуть очень интересному человеку у нее получится. И сейчас ей нужно выполнить определенную работу, и когда она будет выполнена, все пойдет как по дорожке, как по сформированному целенаправленному пути. У него, как у всякого человека, были проблемы в детстве, в том числе с воспитанием, но это прошлое, а нужно работать с настоящим. То есть работать с прошлым тоже возможно, но сейчас для начала нужно формировать базу с настоящим. Все, что было недоделано в детстве, нужно доделать сейчас, поскольку доделать это в зрелом возрасте будет несколько поздно и не совсем правильно, поскольку, чтобы найти себе хорошего партнера, чтобы правильно воспитать детей, нужно наработать эту базу. То есть ей нужно сделать достаточно большую работу. Как бы ни казалось ее ситуация относительно хорошей, работы предстоит ей очень много. Даже с нашей позиции, где мы ко всему относимся очень условно и очень приблизительно, даже с нашей точки зрения, это очень большая работа, которую ей нужно выполнить. У нее набран определенный потенциал, но еще в плане работы поле еще не пахано.